Жительница Милькова стала фигурантом уголовного дела за то, что не защитила сына от истязаний своего сожителя. Дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию», сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, 44-летняя женщина больше года спокойно наблюдала за тем, как ее сожитель зверски избивает 8-летнего мальчика за малейшую провинность. Более того, она поддерживала мужчину, считая, что он правильно воспитывает ее сына. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре Милькова. Уголовное дело его мучителя уже рассматривает суд.